У меня очень плохое предчувствие. Ему уже никак не поможешь! Спасибо! Сейчас надо искать отсюда выход! Справа пустые окна. По-другому отсюда не выбраться. Ой, мачеха! Твою мать! Осторожнее! Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Правда? Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, при...